Здорово, все, с вами я, Чупа Хардкор, и я наконец-таки вернулся, сниму очередной видос. Короче, меня не было 2 с лишним недели. Пожалуй, я сдал экзамены и неплохо после этого отдохнул. Также поленился, спал, ел, не знаю. Короче, мне было дико лень снимать. Остановились мы на том, что... Известные вам мутанты-телепаты Чёрный представляет огромный научный интерес. Артёма, вы расскажете все, что знаете. Вернее, предал Павел, мушкетёр Хера. Так вот, нас поймали, теперь пытают и спрашивают о D6, о Чёрном и как бы... В общем, все подробности. Что ж, почитаю титры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться... Не Лёня, а Лени написали. Тупые. Вообще-то мы собирались... Меня, если честно, бесит, когда в книгах, там, в диалогах вместо буквы «Ё» ставят букву «Е». Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. На! Молчишь? Нет, говори! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Леня. Допрос. Привет, Лена. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Ну ты ещё сына побей. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять! Любят. Стоять! Стоять, я сказал! Вы... Ну я не удивлен, что его зовут хотите, Лена, он парень, и играет в куклы. Но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Опа! Вот это да. Так, ну, сейчас мы можем наблюдать отрывки из детства Артёма. Как он первый раз очутился на поверхности. Власти Москвы совсем запустили город. Чёрный. Хо-хо. Короче, они Артёма с детства приметили. Ладно, продолжим мы играть. Надеюсь, что мы поиграем, так как я уже устал есть лапшу и... Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно! А с Чёрным что делать? Да, как бы это Чёрного обнаружили. Звучало. Подробности просто... в конверте. Пришел после Венеции сразу за ним и пруда, где мы были с Ильичем. Рекомендую. Надеюсь, вы его еще помните. Не подводить. И Николаем, о котором я вам говорил, не короче, подведу. Он не стал делать свой канал. Вот. Поэтому я хочу очень есть и пить, и мне приходится это делать одновременно. Пошли они все в задницу. Ладно. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, о, Лена, и мое большое привет. Будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Спасибо, Ленок. Я тебе вот, купинку подарю. Давайте сюда. Там свобода. Уж нет, я-то знаю. Мне бы я по этим трубам от отца все детство прятался.
когда бы мне выйти? Что-то я вообще ничего не пойму. Давай сюда, там свобода. Где свобода? Революции. Вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Чую хедшотом, парни. Вы прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, Кинзяк, вы... Сильно пахнет хедшотом. Я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты... Не пройдешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро всей кровищи, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. О, не будет хедшота, поползи отсюда. Действуй. Политбюро. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретить. Так, доползли мы куда-то, в общем, походу, сбежали от красных. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. А, я думал, получить... Знать бы, что он задумал. Ведь я их... Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Короче, наша цель — это победа над Д'Артаньяном. Ну, Д'Артаньян, ты? Чую, вылазит. Спокойно. Ай, шум привлечет внимание, я уверен. Нож, каска, вся в дырах. Ну, если по ней постукать, естественно, она станет крепкой. Пау! Я вернул свое оружие. Ну, офигеть. Еще бы глушитель прибабахать на них. Оу! Кажется, кто-то услышал мою просьбу. Ну что ж. Поехали. Ну, здравствуй. В инструкции сказано, красный провод. Опа. Сам и выдергивай, а я пока за углом постою. То есть, здесь палевно проходить. Хотя, смотря как судить. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтобы еще другое не дрожало. Я не помню, как кидать так, ножи. Собрались. Кажется, раз, я разучился. Да, вот. Тем более у меня их нет. Ладно. Робот. Что за... Ужас. Так, пора заканчивать наш триллер. Вроде бы я насобирал все, что хотел. Да, кстати, мне нужно будет нормальное оружие. Что у нас тут? Нафига мне уж пистолет? Вот так, да, калаш лучше. Так, рассмотрим ящик. Все, прекрасно. Пойдемте. Второй пост, ответьте, второй пост. Ну опа. Сколько можно, то им обход, то им на месте сиди. Так. Второй пост, ответьте, второй пост. Надо было ему дать ответить, походу они сейчас поднимут тревогу, но ничего, ведь я самый незаметный. Да. Я второй такой. Пост, Коля, где ты там шляешься? Да, Коля, где ты там шляешься? Коля, Коля, это напомнил мне моего одного друга. Второй пост, ответьте, Коля, твою мать, где ты там? Имей в виду, я тебя покрывать. Да. Коля сегодня на пруду выкрикивал примерно такие же фразы, когда Илья его пытался утопить, ведь мы такие добрые. Да ладно, Коля хороший парень. Просто он смешной человек. Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Ну и много материться, да. Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живем сжечь.
Поезд? Это еще куда ни шло. Да. Какие люди, какие пули? Какие что люди, какие пули? Ну, какие кони, какие стулья? А? Ага. Ими пусть особисты занимаются. Fuck police, fuck police, yeah! Вот это да. Я нахрен самый незаметный здесь. Точно. Ладно, видимо, что-то я не то натворил. Этому парню, видимо, конец. Угу. А меня ищет другой парень. Скоро тоже. Это очень плохо. Надеюсь, я справлюсь со всеми этими большевичками. Оп. Оп. Ой, вот теперь я точно не справлюсь. Ладно, ладно. Да блин, у меня револьвер быстрее. Воу-воу, лазерные прицелы уже мне нравятся. Там какие-то прокачанные ребятки. Что ж, хорошо. Ага. А вот так тебе. Воу-воу-воу-воу! Так. Её гребать сейчас придётся. Ну сколько можно тебя убивать, а? Видимо, у него какой-то крутенский ствол. Там еще люди, но я не успею его поднять. Да, возможно, успею. А еще сделаю. Хе-хе-хе. Какой я. Что ж. Думаю, атаковать безопаснее будет отсюда. Либо отсюда. Да, пожалуй, с высоты нет. Ох! Кошмар! Так, 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 так. Сейчас у нас 13 патрон. Хотя. Хо-хо-хо. Уже больше. Ничего так не помню. А, он один уже остался. Все, хэт, хэт. Я убил тебя. Зачем? Сними его. Ха, врешь. Потери у них. Попробуй. Все, все. Да, ваш. Отомстим, Кондре! Привет, Кур. Теряем людей! Бойцов теряем! Да, хватит. Вы определитесь, людей или бойцов. Может, стоит поискать какой-нибудь прокачанный калаш? Привет, парень. Странный ты какой-то. Так, ну, ок. Ты сдаешься? Вот это прикол. Я хотел пройти на хорошую концовку, черт возьми. Но, судя по моему стилю игры, мне это не совсем удастся. Так вот, продолжаем, дорогие друзья. Думай нам в эту дверь. Ага. Так, значит. Уху-ху-ху. Да. Чё? Неплохо, неплохо. Я, минуту. С недосыпа не такое чудится. Что мне... Это... Какая пугающая, блин, музыка, блин. Что это? Отлично! Так, ну я насобирал фильтр, патрон.
Пугающая музыка. Норма! Ты... Во время того, как ты вышишь там. Что за стояние катализатора? Я могу пройти. Порядок! Прибежать до щитка и... В норме! Yeah. Неужели мне удастся? Давай! Ой! Все, парень. Тёма, теперь мы спокойно проходим. Он здесь. Подождите, да что? Вроде тихо. Куда мне идти дальше? Все равно. Ой, тут слишком походу палево. Надо придумать, что мне сделать. Чую. Если можно, то... Yes, я полезу сюда. Такс. Ну? Нож! Yes, у меня есть нож. В парах газа, я думаю, не стоит стрелять. Зачем? Наверх. Наверх. Вроде тихо. Но все равно. Ну все, готов! Здравствуй. Ну давай, мужичок. Фу! Как? Офигеть. Порядок! У нас еще есть. Давление, синтез газа. Я удивлен. Отлично! Выход метанола на сепараторе. Что да это вообще шахтеры какие-то не боится даже. Показатели расхода. Ага. Нормально. Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Меня спалил. Чик-чик-чик. Yes. Шикарненько я прошел. Думаю, надо лучше подождать, пока этот парень отвернется. Либо я очень конкретно спалюсь. Ну, если судить по тому, как мы прошли мимо этого паренька в упор, думаю, не совсем-то мы и спалимся. Все, готов! Начинаем! А что они начинают? Обороты компрессора! В норме! Состояние катализатора! Давайте подождем и посмотрим, отлично! Что они будут начинать. Температура в теплообменнике! Так, злость! Норма! Выход метанола на сепараторе! Вау! Нормалёк! Нормалёк! Молодцы, мужики. Нормально! Да? Ой! Мобиль того паренька, который обо всём говорит. Сейчас подери! Вот такой. Да. Теперь бы что-то сделать. Ага. Чую, нужно было делать так. Яс, мы обесточили всё это. Ну как обесточили? А можно всех перебить, конечно, просто в клонище. Ой, какой калаш. Он мне нравится. Нету. Так, можно просто сидеть здесь? Там моргает какой-то лампа. Я остановил. Вау, yes! Я понял, куда мне идти. Вот это не совсем хорошо. Так, все, пойдем. То, что я сбежал из того зала, я и не убил ни одного человека, это уже хорошо. Какой прицел тут четкий. Здравствуй, парень. Я хотел тебя.
берешь. Главное было забрать у него мой нож. Вот черт, как тут. Вот у меня бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек смазки разных фарах. О, так. Вроде я нашел. Не восстанавливаются нервные клетки только центральной системы, а остальные вполне себе. Ага. Я прошел. Да. Я был так. Самый играющий баян. Вот это да, чего только не увидишь в метро. Ладно, все, короче. Здравствуй. Долго нам тут еще стоять? Мужик. Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу же поздно. Вот это да, я шучу. Твари в паутине они такие. Шум постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, как... Если там зеленая лампочка, надо. Опа. Ага. Сейчас чую, нас убьют. А кто? А я знаю. Мне показалось, человек. Серьезно? Мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Да. Very dangerous. Может и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Ребята типа с вахты шли. Воу-воу-воу-воу-воу, парень, нет, вообще, там, блядь. Нафиг. Попали! Воу! Теперь просто сваливаем с дичайшей скоростью. Давай, Егорка. Еще чуть-чуть и все. Вот это было трудно. Теперь бы пауки тушить. Ага, не сюда нам. Вот так я удивлен. Значит сюда. Вижу. Размозжила чувачка. Ну что, подзаправимся со своим фонарь и пойдем. В, как бы сказать, не совсем приятное путешествие с пауками, моими нелюбимыми. Окей. Здорово. Ползем по шахтам каким-то вентиляционным ставим. Люди, кеси, меся, мухи. Ладно, как мне тут пройти, я не пойму. Ага, идти в обратную сторону. Вот это мне нравится. Чего это у меня фонарь потух? Вот это мне совсем не нравится. А ну лежать! Не дрыгайся, мозги выше. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Тройной миниган, что ли? Кто это меня узнал, я не понял. Или мне удалось отдошли. Отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да. Да. Опять он хочет нажраться. Ну ты, блядь, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Короче, нам опять на поверхность. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточкам, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Ну, как всех раньше. Под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал.
Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видать, видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Ага. Другие даже имя придумали. Регина. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. И вправду крутится. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. О-хо-хо. Залезай. Офигенно, да, слушайте. Я и паучков-то бояться в такой не буду. Залезай, не стесняйся. Ну вот, спасибо тебе, кузнец. Попробуй завести. Немножко. Уху! Это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Давай, пока, кузнец. Спасибо. И стрелять можно. Ну ни черта себе. Да, я все просто потрошу свои Регина. Это невероятно. Давай, давай, иди сюда. А, я здесь Панора. Это я. Я Артём, повелитель полков. Да. Вот я класс. Придётся выйти. А там мерзкие твари. Разрабы, вот вы не могли, блин, просто взять и... сделать няшную поездку на чудесной машине под названием Регина. Ага. Так я еще и тут побегать должен по катакомбам. Ну вообще отлично. Что ж, пойдемте. Ох, фак. Го, го. Отлично. Уходи, адское создание. Что? Я же тебя светом жду. Давай, проваливай. Я сказал, проваливай. А! Сучий паук! Пукан бомбил. Пошел нахрен. Все, вы, идете нахрен. Артём, сними противогаз. Давай, гори, мне нужен твой пузан. Вау, здоровенный такой. Ой-ой-ой-ой, кто-то сожрёт меня. Где она выползучая тварь? Сдохну. Ау. А там где? Гения. Ау. Куда ж ты стоишь? Сколько их? Ё-моё, я вообще не понимаю, куда они были. А мне придется убежать отсюда сегодня. Очень быстро полетаем. Лишь грибы показывают дорогу верную мне.
все эти люди. Так. Завожу. Сейчас откроется. Просто я понял, как бороться с пауками. Мы просто должны брать и бегать с дичайшей скоростью от них. Все. Да, идеально это. Максимум трусости. Все. Я победитель. Да. Пришел к успеху. Открыл ворота. Сел в регину. Да. Даже дух Чувак, противогаз. Хайде! Бач! А нет! Ё, это же точно! Вот он стоит! Чёрный? Да ну! Вау! Хватит! Я толкаю. Идет! Опа! Привет! Не хочу никуда. Правда, не хочу, просто мне нужно снять. Было почти. Ага, а вот на вас не было. Это замок. Ага. Ага. Страшно? Страшно тебе, монстр? Страшно? Что ж, стоит нам с вами общаться, дорогие друзья, потому что убили меня. Вот. Но в следующем летсплее я добуду патроны. Продолжим играть. Всем спасибо. Спасибо, с вами я, Чипа Хардкор, был. Пока. А, ну еще лось не забудьте поставить.